Добрый день, сегодня анбоксинг, и это кубик 5х5 от Юксин, Little Magic магнитный. Кевин Хейс нам улыбается, сразу открываем, да, коробочка. Мы привыкли немножко не к таким коробочкам от Юксина, примерно к таким, серия Little Magic пирамидка, и шестерка была такая же, 6х6. Но это, видимо, магнитная версия. И здесь упаковка похожа на изображение, как на Хейс были. Такие же иллюстрации, по крайней мере, в рекламных постерах. Коробка от Хейс, конечно, не такая была. Немножко изменили дизайн коробки в серии Little Magic. Наверное, хорошо. В коробке нас ждет крохотная инструкция. Всегда бесполезная. И все, больше ничего. Бюджетный так бюджетный. Вот такой вот кубик. Новый логотип Юксина. Здесь у меня на шестерке еще старый. Ну и давайте посмотрим, что за пятерка. Она ко мне приехала уже достаточно давно. Перед каким-то чемпионатом. По-моему, Пензой. Я сделал на нем пару отборок, сказал, да, кубик хороший, бросил в сумку с собой и поехал на чемпионат. Думаю, сниму видео, как вернусь. Как вернулся, забыл. И прошло уже очень много времени, месяца два, как он у меня есть, а может и больше. Вот я про него вспомнил, достал, покрутил. Думаю, пора бы записать видео. Что могу сказать? Сейчас есть только одна топовая модель кубиков 5х5. Aochang GTS M компании Moyo. А есть несколько бюджетных магнитных пятерок. Это Yuchang 2M от YJ, если не ошибаюсь. И от Shengshou Mr. M. Mr. M я покупать не стал, поскольку их нет в цветном пластике. Например, я не видел. На Ючанге что-то они не везде есть в продаже. По крайней мере, там, где я покупаю. Поэтому вот серия вот эта Юпо, Ючанг, Юсу я пока не покупал. Да, и не уверен, что буду. Что можно сказать о Юксине? До этого у них была бюджетная модель Юксин Клауд. И я всегда брал запасной к моему Аучангу. Да, настолько он мне нравился. Он был чуть крупноват. Здесь размер сделали такой же, как у Ачанга. Цвета, кстати, от моего немножко отличаются. И отличаются они причем даже и от семерки, и от шестерки. То есть они как-то поярче. Да. Голубой, ярко-красный. Зеленый такой же. Вот красные и синие поярче сделали. Наверное, хорошо. В принципе, не так важно. Давайте сразу мешать и буду рассказывать, что с ним так, а что не так. Недавно Юксин выпустил еще Squire Little Magic. И там я уже говорил, что если у них бюджетный Squire, такой хороший, Little Magic все-таки бюджетная серия, то какой Square они сделают топовый? И вот здесь впечатления примерно те же. То есть это очень хороший кубик 5х5. В той же Пензе, если я не ошибаюсь, уже у кого-то был этот куб, и на нем ребята собирали быстрее, чем я на Аочанге. Что можно сказать? Это кубик топового уровня. Он бюджетный, в дешевой упаковке, без всяких причиндалов там внутри. Всяких ненужной макулатуры, атрибутов, там тряпочек, вкладышей, карточек, без всего. В дешевой коробке, это хороший куб. Лучше ли он, чем Аочанг? Нет. Аочанг мне нравится больше. Но возможно с того, что я просто привык к такому стилю кручения. То есть здесь магниты посильнее. Мне кажется, что на Юксине слабоваты магниты. То есть вот крайние свои крутятся не совсем так, как мне хотелось бы.
Средний вполне комфортно. Вот крайний я бы сделал чуть посильнее. Давайте разок соберем и будем переходить к выводам. Я крутил несколько сборок на время, не помню сколько, сотки, по-моему, не было. Но, несмотря на то, что кубик собирается очень комфортно и приятно, у меня среднее время ниже, чем на Аучанке. То есть, как бы советовать Юксин вместо Аучанга я точно не буду. Аучанг все-таки пока лидер. Не знаю, когда я выпущу это видео, но пока Аучанг единственный топовый куб, и он остается топовым кубом, топ-1. И это заслуженно берет топ-2. То есть, если бы не было Аучанга, я бы радовался, вращая именно Юксин. То есть, ну, он лучше, чем все, что было до этого. Там магнитная пятерка, которая очень комфортно вращается. Быстро и приятно. Все хорошо. Так, давайте соберем что-нибудь тут еще. Угу. Так, одно ребро, второе ребро. Что-то не то. Вот из-за того, что чуть слабоваты магниты, я иногда слегка здесь теряюсь. Собираю, как видите, не особо быстро. Но средний результат все равно около 2 минут. Иногда чуть меньше, иногда чуть больше. Как-то примерно так. На Аучанге я добился, по-моему, 1.52, что-то такое, сотку. Но опять же, это было давно. Сейчас, наверное, уже похуже. Кстати, что-то редко 5 на 5 на чемпионатах. Сейчас скоро будет Казань, и там опять нет 5 на 5. Как так? Грустно. Но с другой стороны, есть возможность потренировать другие дисциплины. Вот у нас остался этап 3 на 3. Собираем. И здесь вот такие небольшие лакапчики. Ну, это, конечно, из-за того, что я немножко криворукий и привык к другим магнитам. Ну и вот. То есть вот, немножко на скорости я здесь теряюсь. Это первым делать. Но это все равно очень хороший кубик 5 на 5. То есть, если вы собираете какой-нибудь бюджеткой, не магнитной, и подумать о том, чтобы улучшить модель своей головоломки, то это отличный выбор за разумные деньги. То есть, можете позволить Аучанг, берите Аучанг. Хотите слегка сэкономить, но не сильно потерять в качестве, то Юксин отличный выбор. На нем, я думаю, можно собирать так же, как и на Аучанге, если к нему привыкнуть. Я к нему привыкать не собираюсь. Он мне в качестве запасного кубика. То есть, если я этим собираю, то есть его перемешивают на чемпионате, это у меня для тренировки во время сборок. Отличный куб. Рекомендую, но как более доступную модель. Аучанг все-таки, ну, топ-модель, он получше. Ну, по крайней мере, для меня. Хороший кубик, недорогой, Юксин, опять молодцы. Что сказать. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.